Ну, пропорции, просто персик, просто ананас, просто там банан, да, уф. Я забыл начало песни. Закрываю дверь в квартире, отключаю все мобилы, все вопросы для дебилов, потому что я влюбилась. Смешно? Здорово, мальчики, вы на канале Slim. И у нас продолжение второй части. Согласен, первая, может, была так себе, но вторая будет просто пушка-колотушка от вечера. Там будет открытие 10 пакетов и 1 плюс 175 тысяч заработанных монет за очень долгое время. Поэтому будем открывать и смотреть, будет ли первый проходца. Могу сказать одно, будет волкал. Поэтому ждите, будет жарко, горячо, будет хорошо. Поехали! Куча пакетов, 10. И один будет в завершение очень крутой за 175. Поэтому поехали. Надеюсь, какого-нибудь Роналдини, ППХ. Ну, плюс, мне кажется, хороший номер вообще. Ну, уже форвард байер, уже не то, что надо. Ну да, 80. Аргентина. Ну, ЦПУ. Да нет, это итальянская Удинези. А, бля, я знаю, что подумал. Откуда деды еще могут прийти? Ну хотя бы, да? Еще один секунд. Ясно. Какая девочка, скорее всего. Ну, ничего себе. Роналдиньо, Мбаппе, это подготовка. Ну я поэтому, да, это прикормка, понимаешь, столько много пакетов. Арсенал, швед, девочка, швед. Да, девочка. Фифушка, давай. Да. Ой, 80 вышло, хорошо, может быть. Да, давай пока золотые откроем. Простенькие, чтобы дальше прикармливать. Америка, вратарь. Не знаешь, хоть кого-нибудь смири? Это девочка, что? 84, это не форма, ладно. Я хочу волкаут, Мапи, я жду волкаут, понял? Мощный прям волкаут. Да, это было бы прям нормально. Еще один твой любимый золотой наборчик. Германия, сок. Я вроде понял, кто да, это. Да, он, по-моему, вот этот Арнольд выпадал, по-моему, раз. Нет, мне не выпадал такой. Не, я про него думал, мне кажется, он мне раз 50 уже выпадал. 80. Самый большой. Такой же. Нехороший. Давай 80. Давай. Англия, вратарь. А, блин, нет. Это Рамсдейл, он 85 рейтинг. По-моему. 85? Да. А, нет, 84, ошибся. Но он... Блин, я уже понял, я думал, слышал свечение, понял. Я уже смотрю, думаю, волкаут. Думаю, все. Я понял просто, кто это. Он у многих, кстати, стоит. Вратарь, в принципе, неплохой, но у меня есть лучше. Ну, давай уже, что-то мы уже прикормили, уже пора стрелять. Бразилия, ЦФД, это Фермино. Да, он же в этот там, в Саудовскую Аравию перешел, когда Бразилия ЦФД показали. Маленький рейтинг. Ну давай, кэшбэк, посмотрим. Франция. Франция. ЦП. ЦП. Ясно. До свидания. Нет, там все кэшбэки, конечно. Отвратительные. 1% походу от кэшбэка. А, не продавали. Ну, все продаваем. Ну да, но сейчас по 32, там столько денег сейчас делаю, с ума сойдешь. 12 предметов. Ну примерно на еще один 175 пакет. Да. Испания. Уже не устраивает. Сити. Это Родри. Это Родри. Это Родри? Да. Надеюсь, он. Да, было бы здорово, если это был волкаут. К сожалению, нет. Это не волкаут, это не волкаут. Я говорю, меня расстраивает то, что он у меня есть, и то, что он не продаваем. Кстати, а мой... Стой, слушай, а мой-то Родри продаваемый, по-моему.
О, смотри, Мартинес выпал. Еще. По-моему, мой Родрик как раз таки продаваемый. Да. Да, не сбирайся. 175. Ну, давай, пожалуйста. Ну что это такое? Я не знаю, кто это. Волкаут, кто это? Нет, ну почему Пареха? Ну боже мой. 2.86, это отвратительно. Ёб твою мать, у меня скорость 49. Нет, он хороший, неплохой, но 2.86, одна из них девочка, вратарь, которая абсолютно не нужна. Пареха, которая абсолютно играть не будет. Это фиаско. Мне даже неохота открывать дальше, если честно. Это отвратительно просто. 85 какая-то нападающая. Да, вообще ужасно. Даже вам проблема. Сказать, что я расстроен, вообще ничего не сказать. Ну, даже вот выглядит, естественно, ничего, потому что у меня случай нужен. Да, это тильт. Это вообще такой тильт. Отвратительно. Блин, надежда была только на ПП-ху. Вот этот пакет открывался только ради ПП-хи. Пакет посмотреть, что он тут гарантировал. Уже ты не можешь на него посмотреть. Но у него был гарант, что 88 плюс 53%. 88 плюс, мне выпало 2.87. Ну это же супер, супер ни о чем. Да. Ну шо, как? Для второго раза, по-моему, во. Смотрите, было открытие двух видов пакетов. Первый это был дорогой пакет за 175 тысяч золотых, скрипя душой их вот еле наскреб. То есть это было без донатов, но еле их наскреб, купил. И вы видели, я в конце плакал, как маленькая сучка. Вот, и выпал. Согласен, выпал волкаут, было круто, но это был шлак. Два игрока 86, которые вообще никуда не влазили. Вторые пакеты были то ли за Rivals, то ли за Squad Battles, но они дали игрока Родри. 89, пушка, ЦОП, я играю им, я не знаю как вам, но он такой охеренный, он такую грязь делает, он съедает просто всех. Он, блядь, огромный, он просто съедает в защите всех. Он у меня был, но я продал его за 50 тысяч золотых, по-моему, очень круто. Что выберете вы, то ли донатить и покупать платные пакеты, то ли выполнять задания и получать дешевые пакеты бесплатные и получать более крутых игроков. Что выберете вы, я не знаю. А я...